Пожалуйста. Ну, помочь уже не знаю чем, это больше у вас внутренне нужно что-то контролировать, менять. В общем, история в том, что я с ребенком пошел на ваши горки покататься, нас посадили и, не проверив безопасность, не закрепив, нас просто запустили аттракцион. Со мной сидел ребенок. А какой аттракцион? Американские горки, которые красно-синие. Острый. Название не знаю. Вот минуту сколько? 15, наверное, забыл. Вас не закрепили? Нет, нас не закрепили. Вам ничего? Нет, там она с ног, закрывается. Ну, мы сели, ждали, пока наберется народ, как мы думали, и в итоге мы в один момент просто поехали. Ну, получается, система такая, что каждый аттракцион не включится, пока все не заблокируется. Ну, он включился, и я просто рукой закрыл ребенка и себя. Ну, я понял, что мы едем. Я закрыл ребенка и закрыл себя. И просто, ну, держал, что я не понимал, откроется ли. Да. Думан его зовут. Думан, все. Да. Все, Владислав. Владислав, меня зовут Асима. Являюсь гастроэнтерологом по работе в Кристиане Александр. Прошу от всей команды прощения за такое. Ну, тут не прощение, а просто если бы было больше детей, и если бы не было, например, взрослого, и маленький ребенок, он мог бы перепугаться и не понять, что ему делать в этот момент. Ну, как бы вы с ним там уже разговариваете, не знаю, какие-то принимаете решения. Я передам это соответствующие департаменты, получается, менеджер-операторы и вот с туманами.